Теперь обратиться с предложением к депутату Тюменской городской думы может даже подросток. Народные избранники приняли новое положение о наказах избирателей. Документ переименовали в наказы жителей, чтобы оставить пожелание мог каждый, проживающий в Тюмени. Кроме того, теперь четко регламентирован круг вопросов. Это могут быть только те проблемы, которые относятся к полномочиям городских властей. Обращения, связанные с федеральными и региональными темами, депутат может взять под личный контроль. Напомним, всего в Тюменскую гордуму 7-го созыва поступило 745 наказов. Более 200 из них уже находятся в работе. Сейчас мы еще раз проведем работу по обобщению всех наказов жителей нашего города. И на одном из ближайших заседаний утвердим их. Это, по сути дела, ориентир и при составлении программ, которыми руководствуется администрация города. В рамках совместной работы был рожден как раз проект документа, который устроил и депутатов, и администрацию города Тюмени. Конечно, прежде всего, он ориентирован на то, чтобы изначально, на начальном этапе, депутат мог проанализировать все те предложения, замечания, которые поступают от жителей, которые проживают и на его округе избирательном, либо от жителей, которые проживают на территории города Тюмени.